Всем привет! Я рада, что вы зашли на канал Tess Art. Сегодня у меня небольшой эксперимент. Я решила расписать джинсовую жилетку. Список материалов в описании. Для начала я наметила примерный контур. Читала, что нужен специальный разбавитель для красок по ткани, но я его не использовала, просто нанесла немного воды. Далее весь рисунок закрасила белой краской. И можно начинать раскрашивать. Сначала смешиваю красную и белую краски, можно добавить капельку синего и закрашиваю полностью цветы. Кисти я использую синтетические. Далее синим цветом тонкой кистью можно начать делать тени и небольшие прожилки. Стараемся закрашивать каждый лепесток отдельно. Чтобы было легче ориентироваться, то можно желтым цветом отметить середины. Когда закончили с синим, то переходим к красному цвету, делаем самые яркие участки.
Делаем поярче серединки. Также можно смешать желтый с красным и оранжевым цветом поставить точечки. Белым добавим блики. С листьями все просто, рисуем их зеленым цветом, а дальше местами добавим желтый, так мы отметим светлые стороны, а если смешать зеленый с капелькой черной краски, то получится отличный цвет для теней. Для разнообразия можно нанести точечки голубым, белым и синим цветом, как будто это маленькие цветочки. Спереди на вороте также можно нарисовать что-нибудь небольшое. И после высыхания не забудь прогладить рисунок через кальку, чтобы он точно не испортился при стирке. Вот такая жилетка вышла. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Не пропустите новые видео. Пока-пока!